homemade by this bridge just a little bit outside Lugansk. Kick some stones in to sort of give you an idea of what kind of a hole we're talking about. It's a hell of a hole. Fuck has you. Минометные диверсионные группы заезжали вот до сюда. Вот. Понял? Вот до вот этой трассы, которые по нам стреляли. Вот они вот до сюда доезжали. Вот отсюда САУ танки стреляли. Вот отсюда САУ танки. Вот отсюда диверсионные группы минометчиков ложили вот сюда. Прорывались еще с аэропорта. Вообще, наводчики. Для бытера вот этот мусор, это же плохо. Вот само пойдем проедем. Не, ну вообще, бытер может проехать. Он более-менее целенький, его так подбили, сгорел просто. Почти целый. Сильно там не ластит, да, внутрь, так внешне пофотографируй. Чтоб не попадало было, вот тут сидишь от осколков. Хорошо. Самолетом. И, скорее всего, там тоже что-то такое нанесло. Потому что, скорее всего, вот так вот два и шло. Вот там вот и вот здесь вот. Сбросил, как оно взорвалось. Да. Вот это самые сильные взрывы, которые вообще по сравнению с танками и со всеми.